Ну, это как вы решите. Алексей это может сделать. Вас тут 8, вы можете проголосовать. Я за. Я за. Ну, скажем так, я тебе на ухо, это чтобы была приличная встреча. Так у вас страховка есть? Я вычеркнул уже, Женя. У тебя теперь страховка. Он тебе отдал свою. Поэтому надо знать закон. Значит, ему что, компенсируется цена или что? Не дружить со страховой. А, да, а что там написано? Что там, цена компенсируется или что? А Б4 что? Сколько стоит? Ничего. Там? Ничего, просто ничего остается. Просто 50. А, все остается. Вот, да? Страховки прочитайте. Все остается. Страховка. Он как бы не сгорел. Стоило мне дружба с тобой 120 стоимость. Рублей. Возмещает стоимость недвижимости, сгоревшей при пожаре. Ну, посмотрите цену в таблице. Возмещает да, возмещает стоимость. Сколько стоит сейчас? Что сгорелось? 265. Вот сейчас тебе зачисляют именно эту сумму. Видишь, плюс. Ну, по-хорошему, почти. Стоило бы с твоим инвестором поделиться. Ну, по-хорошему и поделимся. Можешь, ну, через него. Через него. Сейчас.